Празднование Дня города началось со специальной программы, составленной артистами городского дворца культуры. В этом году вместе с Днем города отмечали и создание новой области. В ходе праздничного вечера семичане выразили свои сердечные пожелания и делились с другими хорошим настроением. Сегодня день нашего города, нашего семьи. Поздравляю всех горожан. Даст Бог, мы все будем здоровы. Пусть у всех будет долгая и счастливая жизнь. В городе проводятся грандиозные мероприятия. Пусть наш семей станет еще более красочным и живописным. Что еще сказать? Сейчас мы развиваемся, наша молодежь развивается. Пусть наша страна остается такой же красивой. Поздравляю с праздником нашего города. Уважаемые жители области Абай, с Днем города! Пусть наш город растет и процветает. Поздравляю всех с праздником. Все очень здорово, настроение отличное, радуемся. Наш город становится лучше. В ходе праздника исполняющий обязанности акима города Дмитрий Гариков также поздравил семичан и наградил победителей различных конкурсов. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным гала-концертом. В этот вечер для семичан прозвучали песни Дастана Уразбекова и широко известной среди молодежи группы «Калифорния», которые поздравили жителей с праздником. Я очень рад, что приехал в Семей на День города, встретился с его жителями и поделился своим творчеством. Горожанам хочу пожелать, чтобы мирное время царило всегда, в каждом доме. Желаю, чтобы все, кто здесь вырос, достигли высот. День города семичане отметили с особо хорошим настроением. В течение дня в разных местах нашего города провели различные мероприятия. Вечером была организована концертная программа с фейерверком. Ботагөз Дандыбаева, Рустем Хайратулы, Елжан Мазумов, телеканал «Семей».